Прокопьевске произошло чудовищное ДТП. Наркоман за рулем иномарки на полном ходу сбил пенсионерку, которая шла с внуком по обочине. Кадры с видеорегистратора машины водителя-убийцы попали в интернет. Женщина погибла на месте, ее внук не пострадал. После этого столкновения Opel Vectra на огромной скорости проехал еще несколько перекрестков и лишь чудом больше никого не задев, наехал на трамвайные пути, после чего остановился. Водитель автомобиля скрылся. Вся госавтоинспекция города была поднята по тревоге. В итоге виновника аварии задержали. Им оказался 33-летний мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения. Ему грозит до 9 лет тюрьмы. С начала года на территории города Прокопьевска зарегистрировано 21 такое происшествие, в результате которых водители скрылись с места ДТП, причинив либо смерть, либо увечья участникам дорожного движения.